Доброго времени. На этом видео покажу такую интересную вещь. Это автомобильная кассетная магнитола. Ее модель, как мы видим, XR CA440X. Естественно, это ни о чем не говорит. Попалась она ко мне по случаю. Совершенно особой ставки на ее работоспособность я не делал. Продавец также не заверял, что она рабочая. Собственно, эквивалент ее был по стоимости меньше, чем бутылка хорошего вина. Я, в общем-то, подумал, что ничем не рискую. И мне было интересно, в общем-то, оживить такую вещь, узнать, работает ли она, в каком состоянии. И забегая наперед, скажу, что я просто был, ну, приятно удивлен качеством звука. Ну, это... Ладно, переходим просто к включению. Покажу. Подсоединил я, разобрался с проводами, где подсоединяются контакты положительные и отрицательные. Сделал вывод звука на обыкновенный Hi-Fi усилитель. И, в общем, я ее, когда подключил, я снова словно перенесся вот на 20 лет назад. Эта модель была выпущена в 2002 году, то есть на излете уже эры аналогового звука, тем более в автомобильной, скажем, сфере аудиоинтереса уже все вовсю переходили на звучание компакт-дисков в машинах, на звучание MP3 дисков, точнее на воспроизведение, естественно, ставя во главу удобство навигации, удобство пользования. Но с точки зрения звучания, да, вот эта модель, сейчас я ее номер показываю, XRCA440X Explode. Да, с точки зрения звучания, это прекраснейший аппарат, и подсоединив ее в домашнюю Hi-Fi систему, я понял, что это отличный источник, как предусилитель, отличный источник, как тюнер и, в общем-то, как кассетная дека. Сейчас я включу радио, послушаем некоторые радиостанции, которые я поставил в память. Вот FM1. Добавлю громкость. Здесь плюс-минус регулируется шкала. Есть динамическое усиление басов. Также система поиска радиостанции, кратковременное нажатие на плюсик, сразу ищет следующую станцию. Занесение в память очень легкое, достаточно зажать и подержать какую-то ячейку от 1 до 6. И радиостанция сохранится автоматически. В общем, хочется слушать и слушать радио, но самое интересное впереди — это кассетная дека. Прием, как мы видим, идет в стерео под буковкой F, горит ST, то есть стерео режим воспроизведения с тюнером. Здесь трехступенчатый бас, отключение баса. Первая ступень — динамическое усиление басов. Вторая ступень, третья — вообще шикарный бас, просто такой плотный. Редко какой источник дает такой хороший басовитый звук. Ну, на двоечке имеет смысл оставить. Это спокойное радио, радио джаз. Бути собою. Радіо джаз. Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа. Демократичною чи авторитарною. І те, яким буде світ. Місцем, де діє сила права. Поставлю касету. Вставляється следующим образом. Валерій Залужний.
и сразу начинается воспроизведение. То есть идет подмотки, устранение провисания ленты, если оно присутствовало на кассете. Звучание кассеты просто великолепнейшее. Реверс следующим образом переключается. То есть кнопочкой Mode мы включаем прямое или реверсное воспроизведение. Кассетная дека оборудована системой AMS, Automatic Music Sensor. Предположим, мы хотим найти начало предыдущего трека, при условии, что между треками есть пауза, не менее чем 4 секунды. Нажимаем в процессе воспроизведения перемотку назад. Как мы видим, произошла быстрая перемотка. И сейчас этот трек будет воспроизводиться с самого начала. По звуку эта магнитолка, она просто делает на раз, в общем-то, большинство, на мой слух, высококачественных кассетных дек. Дело в том, что в ней вот как раз встроен предусилитель. Мы можем выбирать басы, баланс, регулировку, фейдер. Бас увеличивать либо уменьшать, но я чуть больше делаю баса. Следующее нажатие мы требл, высокие частоты регулируем, это баланс, больше вправо или влево, посредине оставляем, и фейдер вперед или назад, то есть это переключение между звучанием передней или задней акустики в автомобиле. Снова реверс, показываю, как работает. Ага, это на следующей стороне пауза между треками. Нет здесь системы шумопонижения, поэтому шипение ленты присутствует, но оно крайне незначительное. Настолько незначительное, что им можно, собственно, пренебречь при прослушивании. Я на него внимания совершенно не обращаю. В общем-то, мне просто захотелось слушать эту магнитолу, подключив к усилителю. И хорошо, что у нее есть выход звука, вывод звука сзади на обыкновенные тюльпаны. Играет она от обыкновенного блока питания, достаточно маломощного, всего 700 мА, 0,7 ампера вывод, 12-вольтный блок питания. Но тем не менее, основное усиление звука, конечно же, происходит за счет усилителя. Вот следующего, вот этот усилитель подключен. Что звучание меня действительно удивило, и то, что эта дека оказалась, точнее магнитола, полностью работоспособной, меня также порадовало. В режиме тейп мы можем нажать на дисплей, будет индицироваться время,
CD-чейнджер или мини-дисковый чейнджер. Есть возможность считывать информацию CD-текст, записанную на компакт-диске либо на мини-диске. То есть полная интеграция этой автомагнитолы с современными носителями. Так, ну вот, кассету достаю. И магнитола не переходит в режим радио, она переходит в режим отображения времени и в режим демо. Скорее всего, демо это можно отключить, но если мы хотим включить радио, нужно повторно нажать на кнопочку Source, включается FM эфир. Yeah.